Всем привет! Я Михаил Бакунин, и сегодня мы с вами находимся в Сингапуре. И пригласили на интервью Игоря Михайлова. С Игорем у нас очень много общего. Мы работали в одной компании, это МТС, и закончили одну бизнес-школу, это АИ Business School в Мадриде. Игорь сегодня занимается своим собственным проектом, и называется этот проект WeHire AI. Игорь, я тебя правильно представил, нужно что-то добавить. Привет, Михаил, спасибо большое, очень приятно, что пригласил. Да, все верно ты сказал. В АИ бизнес-школе у меня была программа еще с Браун Юниверсити из США, то есть такая совместная программа, Мадрид, Провиденс и Кейптаун в Южной Африке. А еще я закончил Московский физико-технический институт, сначала по специальности Data Scientist, потом Телеком, ну и, соответственно, бизнес-образование, которое вместе получили. Вот, наверное, важный для меня вопрос. У тебя были достаточно высокие позиции в корпоративном мире. И как так сложилось, что ты вот бросил, все оставил за спиной и ушел в вот это в пространство стартапов, начал заниматься своим проектом? Насколько серьезным и важным это было решение, и что тебя к этому сподвигло? У меня есть определенная цикличность в карьере, которую я делаю. Началось с того, что я в России сделал успешную карьеру, переехал в Германию, из Германии во Францию. То есть такой получился в корпоративном мире очень хороший скачок. И дальше я сделал свой первый рисковый шаг. Я вернулся обратно в Россию, начал свой первый стартап. Это была телекоммуникационная компания с лицензиями с самого начала, с дата-центром с самого начала, первые клиенты, первые договоры, первый, собственно, опыт предпринимательства. Потом я опять пошел в корпоративные структуры, в мобильные телесистемы, сделал там карьеру из региона в корпоративный центр, в руководство риск-менеджментом в МТС. И поскольку выиграл международный конкурс, то получилось, что опять сделал в Европе такую карьеру, стал членом совета директоров Федерации Ассоциации риск-менеджмента, которая 21 страну представляет. И после этого решил, а что будет следующее. Пошел в бизнес-школу АИ и Браун и опять рискнул. То есть сделал, опять вернулся в Россию и опять делаю стартап. То есть сейчас это как раз WeHire AI, тот самый стартап, который... Новый цикл моего восхождения. Бакунин Лайф. Частный вопрос. Ты говорил о том, что жил в Европе, в Германии, во Франции. Да. В Азии, вот это, наверное, твоя первая история. Как ты себя здесь чувствуешь? Чем отличается Сингапур от жизни в Европе или там обучения, например, в США? Это очень интересно. Первый опыт с Азией у меня был еще в Германии, когда мы делали 3-миллиардный проект, и нужно было его запустить, и участвовала Япония, Китай, Англия, Франция, Германия. И, собственно, проект был настолько сложный и настолько денежный, что руководство боялось, что оно не пойдет. И поэтому они дали ответственность за запуск этого проекта, за то, чтобы всех синхронизировать, русскому парню, собственно, никому из этих рынков, чтобы если все провалилось, то, собственно, и никого из своих нельзя винить. И у меня все получилось. То есть я смог сделать так, что 50 человек из этих 5 стран на одной видеоконференции, собственно, 5 экранов, смогли договориться, и проект успешно запустился. А с точки зрения вот обычных бытовых, например, культурных особенностей, то есть если мы говорим не о бизнес-среде, а, я не знаю, питание, проживание, климат, я не знаю, какие-нибудь туристические моменты, нравится тебе в Сингапуре? Да, здесь очень интересно. Я больше себя ощущаю в Азии, чем в Европе и в США. Мне интереснее здесь. Там более понятно. Много раз был, жил, и как-то глаз немножко примелькался. А здесь свежо, здесь новое, ходишь, о, это непривычно. Здесь, значит, как раз когда делаешь новый бизнес, такое новое вливание какой-то новой культуры, новых идей, оно полезно.
Вот, Игорь, такой вопрос. Обычно, когда мы говорим о людях, которые начинают стартап, это молодые люди, там 25-30 лет. У тебя же, вот ты говоришь о циклах, о том, что ты возвращаешься снова вот, и работаешь своими руками в стартапе с нуля, вот все эти риски, которые связаны с организацией стартапа. Вот в твоем случае, насколько твоя корпоративная карьера помогает тебе реализовать вот этот стартап? Насколько опыт и багаж накопленный вот в данном случае добавляет ценности твоему новому проекту? Да, есть с чем сравнивать. Первый стартап я делал в 25 лет, сейчас делаю свой второй стартап, и как раз можно сравнить. А по последним анализам, по статистике, которую приводят по миру, самый успешный стартап – это у тех, кто старше 45 лет. То есть я к этому возрасту стараюсь выстрелить как раз. И в 25 лет совсем было рановато. То есть я вообще не знал ничего, несмотря на успешную корпоративную карьеру, взлет до 4-го уровня, собственно, во французской компании, работал в штаб-квартире, откуда уходил. И такой, конечно, был подъем, что я все могу, фактически я ничего не знал. То есть все надо было сначала, все с нуля, и ничего не понятно. Сейчас та же самая ситуация, то есть очень много всего не знаю, приходится на собственном опыте узнавать, шишки набивать и так далее. Но, конечно, уже вот чувствуется дополнительный опыт и знания из бизнес-школы, они помогают. Вот сейчас ты тащишь стартап, да? Это очень, очень тяжелая работа, мы все это прекрасно понимаем. Какие ключевые факторы, что тебе помогает? Это твой корпоративный опыт, это обучение в бизнес-школе. Что именно сейчас помогает двигаться вперед? Карьера в компании добавила 5% тех знаний, которые нужны для собственного бизнеса. Бизнес-школа добавила 5% знаний и 90% нетворкинга. То есть люди в разных странах, которые учились со мной, они помогают. Например, в Соединенных Штатах приехал в Нью-Йорк, остановился у друзей, друзья помогли с контактами. Переехал в Провиденс, переехал в Бостон, после этого в Сан-Франциско. И везде огромная помощь с контактами там. То же самое в Сингапуре. Люди из Австралии, кто учился в той же самой программе, помогают с контактами в Сингапуре и в Китае. И сами сингапурцы, кто с нами учился, тоже очень способствуют. То есть вот эти все истории, когда бизнес-школы продают свои программы, они говорят, образование, конечно, важно, но самое важное – это networking. То есть вот это ключевое слово, оно и на самом деле тебе и оказалось полезным. Да, если смотреть с точки зрения отношений, взаимоотношений людей, то дружеские связи, которые возникают во время работы, карьеры, это, собственно, конкурентные отношения. Мы все в какой-то степени продвигаемся по карьерной лестнице, и это не те самые вот доверительные отношения, которые могут возникнуть. Каждый друг другу волк. А когда ты учишься, то тут, собственно, общество не корыстное, и те связи, которые образуются либо в институте, в школе и потом в бизнес-школе, это более дружеские, более доверительные. И вот прежде чем я задам вопрос про сам стартап, ты уже дважды упомянул компанию французскую, ну, у всех уже висит этот вопрос, что же это такая за французская компания, где ты построил карьеру? Это компания Alcatel, которая поставляет оборудование сотовой связи. У нее раньше еще были сотовые телефоны, сейчас это мы помним, да. Принадлежит китайцам. А я начал работать именно с подразделения мобильной связи. Это те самые базовые станции, с которыми связывается наш телефон в кармане. И работа была очень интересная. Изначально все оборудование Билайна, оно было на Алкателе. Компания предоставила большой продуктовый кредит. И, собственно, вся сеть в московском регионе работала именно на оборудовании Alcatel. И моя задача была переводить с технического языка на коммерческий, из внешнего запроса клиента во внутреннюю структуру компании, понимать, как решить задачу клиента, переложить это в стоимость, в коммерческое предложение, в условия, в договоры и там много всяких деталей, и помочь клиенту реализовать то, что ему надо, и компании заработать.
Ну, раз уж мы начали программу именно с твоего стартапа, и давай немножко поподробнее. Расскажи, о чем идет речь. Вот он у тебя зарегистрирован на домене AI. Могу предположить, что речь идет об искусственном интеллекте. Да. Расскажи нам, в чем уникальность твоего проекта. Самая большая боль, которую важно решить, это то, что 74% людей недовольны своей работой. Собственно, человек выживает на работе, а не реализует себя. И что я хочу сделать, это помочь людям найти себя в профессии, найти ту самую работу, где люди реализуются быстрее, в разы увидят результаты своей деятельности быстрее, чем если бы они работали на нелюбимой работе. Бакунин Лайф. Есть очень много креативных, интересных людей, которые как круглое не лезет в квадратное или квадратное не лезет в круглое, не могут себя найти в корпоративном мире. И я знал изначально, что есть такие тесты личности и способностей, которые могут помочь человеку найти себя, понять, как, в какой профессии реализовать себя быстрее всех остальных. И они уже существуют, собственно, эти тесты 25 лет, но им чего-то не хватало личности. То есть, когда у нас есть резюме, у нас есть хард-скиллы, которые описывают, что мы достигаем, проекты, какие у нас учебные достижения и так далее. Это все так называемые твердые навыки. А померить мягкие навыки, софт-скиллы, их может только интервьюер. И нету вот этого личностного теста, не было раньше, который бы это мог сделать. А то, что я нашел, что с последними совершенствованиями в искусственном интеллекте, анализируя эмоции лица человека, могут помочь дополнить картину, которую можно было протестировать с умственных навыков и вот хард-скиллов, дополнить софт-скиллами, то есть пойти в эмоциональный интеллект. И я запатентовал это решение и проверил это на первых клиентах. Оказалось, это работает и дает существенное продвижение по сравнению с предыдущими технологиями. Меня зовут Полина, фамилию надо, да? Шашура, 25 лет. Я бы хотела стать действительно талантливой актрисой, по-настоящему талантливой. Дело не в успехе, там, а в том, чтобы я могла не стыдиться того, что я делаю, как я делаю, чтобы я могла собой гордиться. И я бы хотела попросить таланта. Бакунин Лайф. А вот когда ты говоришь, проверил на первых клиентах, это люди, которые ищут работу, или это компании, или кто твои клиенты? В первую очередь это компании. Мы приходим, вот, например, в есть топ-3 консалтинговых американских международных консалтинговых компаний. Мы пришли в одну из них, протестировали действующих сотрудников и сформировали из того, что мы намерили, так называемый цифровой профиль, шаблон того сотрудника, который мы будем искать вовне, прикладывать его к кандидатам и понимать, вот этот кандидат подходит, а вот этот кандидат не подходит. И что мы нашли, что эта компания консалтинговая, у них есть своих очень много тестов внутренних. Они прямо собаку съели на них, они умеют их делать. При этом, что мы добавили с нашим распознаванием эмоционального интеллекта, то, что смогли померить эмоциональное выгорание. И оно является предиктором того, как бизнес-аналитики в этой консалтинговой компании работают, насколько они на период 1 год будут выкладываться, не сломаются под гнетом вот этого высокой нагрузки и не уйдут из компании. И как раз с этим механизмом, анализируя уже кандидатов,
мы можем выбрать из самых лучших, которых они и так бы наняли, тех, кто не сломаются за год, и таким образом компания экономит деньги на оттоке и на большей производительности своих сотрудников. То есть получается, что ты в первую очередь работаешь с бизнес-клиентами, то есть сегмент B2B. Да. А в чем, на твой взгляд, отличие именно вот в сфере рекрутинга, HR, работы с B2B, если сравнить ее с работой вот с конечными пользователями или людьми, которые ищут работу, соискатели? Мы с ними тоже работаем, то есть это двухсторонняя платформа и соискатели, и работодатели. Соискателям мы помогаем определиться со своей профессией, где им будет комфортнее всего и где они быстрее всего сделают свою карьеру, где они получат скорее результат, отдачу от своих вложений и будут мотивированы идти дальше. А продажи на корпоративном рынке, они отличаются тем, что нужно выходить на людей, принимающих решения. Тех людей, которые тут же на салфетке смогут посчитать, как много денег они теряют от того, что у них нет этой технологии. Тогда продажа состоится. Люди понимают, сколько они теряют, сравнивают это со стоимостью внедрения твоего продукта и говорят: да, я хочу. Я хочу это внедрить. Окей. Ну, а вот сейчас мы с тобой находимся в Сингапуре. Продукт у тебя изначально был разработан и протестирован в России. И с чем связан вот этот переезд в Сингапур, и что ты хочешь, чего ты хочешь достичь именно здесь? Мы начали в России, и первые наши успешные клиенты, платящие в России. Продукт при этом глобальный. Он хорошо предназначен для США, это самый основной наш рынок. Он в 100 раз больше, чем СНГ вместе взятые. И второй приоритетный рынок – это Китай и Индия. И для того, чтобы выйти на Китай и Индию, нам надо зайти либо через Сингапур, либо через Гонконг. При этом в Сингапуре сингапурское правительство поддерживает стартапы в области искусственного интеллекта и распознавания лиц, распознавания эмоций, то, что мы делаем. И здесь население в большей степени – это китайцы и индусы. Как раз то, что нам надо – валидировать технологию здесь, показать первые продукты здесь и быть готовым к развитию на остальную Азию. И чем же вот эта инвестиционная среда и партнерские проекты, именно работа с клиентами отличается, например, в Сингапуре от Москвы? А если говорить про инвестиции, то очень сильно отличается. 60% всех венчурных денег находится в, можно сказать, 5 километрах, в радиусе 5 километров Кремниевой долины. Там люди более рискоориентированные, через много денег, и люди видели много взлетов, таких как Facebook, Google, Uber и так далее, и инвесторы, они опасаются упустить эту возможность, поэтому ангельские инвесторы более открыты к тому, чтобы давать деньги стартапам. А 40% оставшихся денег, они равномерно размазаны по всему остальному миру. И здесь люди более аккуратны. Они стараются бояться потерять больше, чем не получить. И поэтому есть такая географическая разница. И еще есть временная разница в инвестициях. Так, в 2000 году люди готовы были давать деньги, если у тебя домен зарегистрирован .com. И даже нету, собственно, идеи. Дальше нужна была презентация, после этого презентация и бизнес-план, дальше бизнес-план и минимально жизнеспособный продукт, дальше платящие клиенты. А теперь нужно все это, плюс чтобы платящие клиенты платили несколько подряд рекуррентно, и доход и количество абонентов увеличилось в 2 раза каждый год. То есть ты попал уже со своим стартапом вот на ту волну, где инвесторы стали более осторожными, если только речь не идет о деньгах из Кремниевой долины. И в этом смысле Сингапур ничем не отличается от Москвы. А Сингапур сильно отличается тем, что здесь существенно большая поддержка предпринимателей на уровне начальной стадии от государства. То есть это есть инвестиции $250 000 на начальной стадии и $500 000 на стадии масштабирования.
И когда стартап на 30% принадлежит государству, начинают, не государству, а местным жителям, то получается легче находить инвестиции от венчурных капиталистов. То они смотрят, что государство вложилось, и есть местное присутствие, и они больше готовы инвестировать. А ты как гражданин Российской Федерации с проектом, который стартанул в Москве, можешь ли претендовать на такую поддержку? Я думаю, что предприниматели, они, как сказать, географически, неважно откуда ты, гендерно и так далее, тут все работает абсолютно, все двери открыты. То есть, если ты успеваешь показывать ту выручку, тебе .com, PowerPoint, двойной рост, тройной рост, десятикратный рост, то, в общем-то, инвесторы за тобой идут и субсидии тоже идут. Да, пока стартап ничего себе не представляет, ты, собственно, никому не интересен, как только уже запахло и доходами, и потенциальными какими-то выручками, тогда неважно, откуда ты. Ну и в этом случае Сингапур не хуже никакого другого места. Здесь есть определенный капитал, есть культура, есть поддержка, в принципе. Весь мир хорош, да, везде есть возможности. Вот слушая твои истории о том, что требования к основателям стартапов сильно растут, и именно требования к стадии проекта, да, это уже не PowerPoint, это уже нужно идти дальше, показывать выручку, показывать рост. Ну, статистика всем более или менее известна, примерно 1% стартапов выстреливает. Вот. Ну, ты ушел из корпоративной карьеры, вот взял вот этот риск, может быть, он у тебя чуть-чуть выше или ниже, в зависимости от того багажа, который ты с собой несешь. Но и после того, как ты перешел и начал работать именно на себя, на новый проект, какой бы ты вывод сделал или даже совет людям, которые уходят в стартап-среду? Как поднять вероятность выигрыша, да? Как поднять вероятность привлечения средств, клиентов, да? Чтобы твой стартап заметили, чтобы он был заметен не только в пределах своей страны, да? Но как в твоем случае за рубежом. Было бы очень интересно услышать твое мнение. Много людей дают советы. Особенно на YouTube можно найти много каналов успешных предпринимателей, которые дают советы. И фактически никто не знает. То есть можно сделать такую интересную аналогию. Взять, например, круизный лайнер. Круизный лайнер, у него есть три степени балансировки во время качки. Две пассивных, одна активная, там, гидравлическая активная. И когда люди едут в круиз, они могут спокойно поставить бокал шампанского на стол, и он не будет ездить по столу. Почему? Потому что, несмотря на то, что есть, например, волны высотой 2,5 метра, корабль продолжает идти и не колеблется, имея вот эти, он большой, инерция, и имеет вот эти системы стабилизации. При этом маленькая лодочка за бортом, она будет в эти 2,5 метра волн подниматься, опускаться и бояться за выживание. При этом люди, которые уже стали вот этим большим кораблем и говорят, слушай, мы вот там были вот этой маленькой лодочке, сейчас мы тебе объясним, как действовать. По сути, они еле выжили в этой ситуации, еле стали большим кораблем, и ничего в той самой ситуации они помочь не могут. То есть советы будут звучать так, что если на вас плывет там мачта предыдущего развалившегося корабля, ну не паникуйте, ребята. То есть это вот такие вот советы, которые с одной стороны капитан очевидность, а с другой стороны они не понимают. Потому что первое дело, что ты будешь делать, ты будешь паниковать и хвататься за любую вещь, которая... Борьба за выживание. Абсолютно. И возвращаясь вот к твоему вопросу, который ты спросил, разница между 25 лет и более опытного предпринимателя, то вот с теми изменениями, которые произошли, что предприниматели хотят все больше и больше и больше видеть успеха на протяжении времени у стартапа, получается так, что мы переходим к ситуации, когда ребятам молодым уже не добежать самостоятельно, либо они существенную долю отдадут акселераторам, фондам, ангелам на ранней стадии и фактически потеряют большую часть своего бизнеса в начале, либо человек заработает самостоятельно какие-то свои первые подъемные деньги, на них добежит до вот этой стадии и дальше уже будет привлекать инвестиции.
Поэтому получается, чем старше сейчас предприниматели, чем дольше они могут, сохраняя свою зарплату, инвестировать в свой проект и потом увидев, что он взлетает, перейти в него. И сохранять независимость максимальную продолжительный срок времени. То есть ты именно связываешь вот финансовую независимость с успехом, именно финансовая независимость на начальном этапе с успехом стартапа. Да? То есть вот это очень важный момент. Еще 5 лет, и ребята в 25, свои там 20-25 уже не смогут ничего делать без существенных вливаний. Игорь, спасибо большое. Это очень интересная беседа сегодня у нас состоялась. Я желаю тебе успеха и в Москве, и в Сингапуре, и в Кремниевой долине, если такое случится. Вот, всегда welcome, что называется. Если вам понравилось интервью, оставляйте лайки, подписывайтесь на канал Бакунин Лайф. С вами Бакунин. Бакунин Лайф. Игорь, вот были ли у тебя какие-то забавные случаи или интересные ситуации во время твоей предпринимательской карьеры? Да, было очень прикольно. Я переехал на один день из Нью-Йорка в Сан-Франциско, и у меня не было назначенных встреч, потому что люди, с которыми я пытался связаться, не отвечали. И один из этих людей – это Фил Либин, основатель Evernote. У него акселератор All Turtles, все черепахи. И, собственно, что я сделал? Я нашел географически, где он находится, и постучался к нему в офис. А встретил там его ассистента, она сказала, ну, знаете, он сейчас занят, и он будет попозже, я ему передам вашу визитку. И я краем уха слышу, что, собственно, пришел человек навстречу к нему, и ассистент говорит, о, вы знаете, он на подходе, 10 минут опаздывает. И, собственно, поскольку мне дали визитку, новый контакт, уже не общий email-адрес, а конкретный, то я вышел с ноутбуком, сел на ближайшую лавочку и начал писать, что вот там, спасибо, что было приятно с вами познакомиться, вот моя презентация и так далее, я бы хотел встретиться, я тут на один день в Сан-Франциско. И тут мимо меня идет Фил Либин, с кем-то беседует. Я говорю, а здравствуйте, я вот к вам зашел, а вот, значит, времени нет, у вас там... Ну, ты его в лицо знал, конечно. Я его знал в лицо. Не случайно, собственно, встретил. Он очень приличный человек. Он со мной буквально 30 секунд поговорил, взял вторую визитку и говорит, я вам напишу, я вам отвечу. И пока я шел, собственно, до своего следующего места, мне пришло письмо, вам назначена встреча сегодня на 4 часа. И, собственно, в этот день состоялась встреча с ним, и он меня еще познакомил с его партнером. И так, собственно, без назначения встречи, случайно встретив миллионера на улице, я назначил две встречи с ним. Ну и такой окрыленный вот такой возможностью, я думаю, окей, а что мне еще интересно? Вот General Catalyst, это очень известный тоже фонд в Кремниевой долине. Я тоже поехал по адресу и смотрю, там ничего нету. Ну, нету этого фонда на, собственно, Google Maps, где он обозначен. Я хожу вокруг этого здания, не могу найти, и тут вдруг табличка такая. Если вы в General Catalyst, вам не сюда. Я так думаю, о, значит, я правильно пришел. И я нахожу одну из таких мистических дверей в это здание. Ну как, не войти, ни кнопки, ничего, нигде ничего не подписано. Собственно, ну что, много этажей, подъезды. И тут за мной идет человек, который входит в это здание. Я говорю, о, слушайте, я в General Catalyst, помогите. И он меня проводит в это здание и в такую какую-то большую, тяжелейшую дверь, как, знаешь, вот в банковский офис. Я попадаю внутри, там сидит ассистент, и который говорит, как вы сюда попали? Вот, я говорю, я вот стартап, вот моя визитка и так далее. Сейчас, говорит, подождите. И она ушла, выходит партнер, который говорит, о, вы знаете, расскажите о своем стартапе. Я пропичил буквально за одну минуту. Он говорит, да, очень интересно. Ну, для нас слишком рано, мы инвестируем как раз вот в Фила Либина, в его All Totals. Но вот смотрите, программа с HubSpot, наша совместная, вот код, по которому промо, вы можете на нее заплавиться. И, собственно, я заплавился на эту программу. Удивительный случай. Слушай, действительно, супер классная история. И у меня первое, что приходит в голову, это elevator pitch. Да? То есть вот это вот первое впечатление, первые твои слова, которые ты произносишь, и вот они имеют иногда ключевое решение или там значение для того, чтобы построить контакт со своим инвестором или партнером. Бакунин Лайф.